المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي الإيمان. Вторая ступень, второй уровень религии ислам – это иман, вера. نعم. ما هو الإيمان؟ Что такое иман, вера? الإيمان هو قول باللسان. كأن تقول مثلا لا إله إلا الله. Иман, во-первых, это произнесение языком. Например, ты говоришь لا إله إلا الله. نعم. واعتقاد بالقلب. يعني هذا اللي تقول بلسانك لا بد أن الظاهر يوافق الباطن. Второе, что должен включать в себя иман, это убеждение сердца. То есть соответствие того, что у тебя в сердце, тому, что ты говоришь своим языком. لأن المنافق نسأل عافية السلام يقول بلسانه شيء في الظاهر وفي باطنه شيء مخالف. Потому что мунафик, лицемер, он говорит внешне одно, но у него в сердце нечто противоположное тому, что он говорит. نعم. ولابد أن يعمل بجوارحه, يعني يصلي, يصوم, يتصدق. Третье, что включает в себя иман, это деяние. То есть человек должен обязательно совершать деяние, совершать намаз, поститься, давать милостыню, садака. ويعمل بقلبه, يخاف من الله ولا يخاف من أحد كخوفه من الله. И должен совершать деяние сердца, например, бояться только Аллаха Субханаху Тааля, никого не бояться наряду с ним. يحب الله ولا يحب أحد مع الله. Любить Аллаха и не любить кого-то наряду с Аллахом. الإيمان يزيد وينقص. Следующая особенность имана, составляющая его, состоит в том, что иман он увеличивается и уменьшается. نعم. أركان الإيمان ستة. Столпов имана веры шесть. يعني هذا بناء الإيمان يقوم على هذه الأركان الستة والله أعلم. То есть здание имана веры, оно опирается на вот эти вот шесть опор, шесть столпов.